Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Самарские теннисисты отличились на всероссийском ветеранском турнире в Чебоксарах. «Даешь молодежи» в Новокуйбышевске стартовал этап чемпионата России по волейболу среди молодежных команд Суперлиги. Очередная разгромная победа баскетбольного клуба «Самара» в матче Суперлиги. На домашней площадке самарские баскетболисты принимали клуб из Сахалина. Для гостей игра не задалась с самого начала. На первой же минуте в их кольцо залетело 2 3-очковых броска от Алексея Жуканенко. 10-0 уже после 3 минут. Лучшего дебюта в поединке с чемпионами вряд ли можно представить. Сахалин за первый период набрал лишь 5 очков. А вот преимущество Самары продолжало увеличиваться. Баскетболисты удерживали преимущество в 27-30 очков. Переломить ход поединка островитянам не удалось и во второй половине игры. Финальная сирена прозвучала при счете 92-62. Сверхубедительная победа над чемпионами Суперлиги. В Новокуйбышевске стартует 5-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди молодежных составов команд Суперлиги. В спорткомплексе «Октан» сыграют 4 коллектива из Казани, Москвы и Ленинградской области. Последние матчи состоятся в воскресенье. Спортсмены-ветераны Самарской области отличились на всероссийском ветеранском турнире по настольному теннису на призы главы города Чебоксары. Участвовали спортсмены из 13 городов Приволжского федерального округа. У теннисистов из Самарской области 7 медалей. 2 золота и 1 бронза в личных выступлениях, в парном разряде еще 2 первых и 2 места. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.